Всем привет, ребят. Ну что, продолжим трешачок. И сейчас у нас будет обзор нового героя уже на максималке. Показывала и вам, как я его прокачивал. Не знаю, очень много вопросов по герою, но есть плюсы. То, что если он на максималке бьет так, как я видел, 4 героя, то есть через 4 героев, это просто жесть. Зональный урон будет просто бешеный. Сейчас я гляну, или у меня тут есть... Видите, к сожалению, нет. Мы не сможем тут его протестить. Один день придется ждать. Но сейчас мы протестим это все на других локациях. Так. Вот такая вот у меня сборка. Вот сейчас ради интереса я просто уберу Минотавра. Поставим тыковку. И знаете, куда мы пойдем? Мы пойдем не туда, куда вы думали. Мы пойдем на подземку изначально. Магию надо не забыть взять. Мне главное щит. И поехали посмотрим на подземке 7. На кошмарке тут будет сразу же видно. Допустим, 7-10. Так, вот мои герои. Сейчас я постараюсь. Блин, давайте Лазулю уберем еще. Потому что он наносит огромный зональный урон. В принципе, мне он тут нафиг не нужен. Вот таких вот героев возьму попроще чуть-чуть. И поехали. То есть что-то новое, в принципе, как бы для битвы замков. Интересно, что же будет все-таки на PvP локациях с этими героями. Так, давайте вот так вот. 3-4. Вот они забежали дальше, и я включаю его. И вот видите, вокруг всех они сразу же моментально ударили. То есть просто мега урон получается сейчас будет. Вот опять. Ну, что я могу вам сказать? Это однозначно интересно. Это интересно будет для PvP локаций. На подземках не знаю почему. Потому что он будет мешать тыковке разогнаться, добежать. Ну, в PvP локациях, я думаю, это будет вообще просто супер. Сейчас мы пойдем туда это все тестить. Так, в принципе, довольно-таки неплохо. Вот такая вот сборка у нас для теста, потому что я хочу, чтобы он сразу включался. Накидывать ему там урона, еще что-то пока я ставить не буду. Уклонение. Для тех, кто не видел, как я его прокачивал. Такой вот он у нас пока. То есть ничего такого, скажем, там особенного мега эпического нет. Поехали посмотрим на него где-то на обычных. Вот в рейде. Отхиливает, сейчас глянем сколько. Конечно, смотритель, ангел. Ну, то есть, как видите, он своеобразный герой. Чтобы что-то такое прям мега-мега в нем, я бы не сказал. Но вот это его свойство, которое включается, ну, для того, чтобы оно включилось, надо, чтобы его не застанили. Вот опять же, надо в любом случае либо слона, либо железку на PvP локации однозначно ставить. И плюс, чтобы он включился, сразу нужна ремка. Возможно, это будет топовая сборка для него. Посмотрим. Ну, вот видите, все. То есть на этом все закончилось. Позбивали мы здание и все. То есть это не тот герой, который там будет соло тащить. Это вспомогательный герой, который дает отхил, который атакует через героев. То есть вот так вот. Поехали дальше. Поехали, поехали, поехали. Давайте на подземках затестим. На обычной подземке, на которой я всегда тестирую. Потом уже пойдем на PvP локации. Ну, конечно, ремку тут можно было не брать. Ну ладно, и железка тут тоже, кстати, работать долго не будет. Сейчас мы его переоборудуем быстренько. Берем. Так, ремка. Поставим сюда СО, давайте. Дафный вариант. Сюда мы поставим слона. Это лучше будет. Такой вот вариант. Хилить он будет от тебя, от смотрителей. Даже давайте смотрителя. Сейчас мы посмотрим. Потом у меня посмотрителя.
А, зеленый надо огненько убрать. Точнее, вместо огненько кого-то пока поставить. Догадку поставим. А, поехали. Герой интересный, но опять же, второго героя, думаю, будет интереснее посмотреть. Так, окей. А, зона атаки, как видите, такая где-то как у Укротителя, наверное. То есть, ни больше, ни меньше. А, вот сейчас его не станет, отлично. Слоник реально спасает. Ну, урона у него тоже немного. Так, и что у нас по отхилу получается? Сколько он себе там хилит? Пока точно не видно. Сейчас пусть больше его пробьют. Получается 900 от атаки. Ну вот именно сам кайф этого героя вот будет в пачке посмотреть. Сейчас на забытую мы пойдем, и там будет все видно. В принципе, вы видели, как работает скилл на первой подземке, которую я показывал. Сейчас будет интересно это все посмотреть на PvP-локации. На атаке фортов, кстати, он будет, мне кажется, тоже отлично заходить. На древнем тоже неплохо. Потом на этом, на лабиринте. То есть варианты есть. На битве гильдии тоже, в принципе, если он, конечно, включится. Единственное, что видите, он не автопрокер. Если бы был бы он автопрокером, это было бы реально очень жестко. Пусть дойдет уже до босса. Ну, смотрим. Ну, хилит 190, около 200 тысяч где-то. 90. Ну давайте пусть. Ну, урона, как видите, особо нет. Сейчас попробуем его вместе с рогаткой. Вот, смотрите, сразу же всем дает скилл. Тут вот, кстати, будет он круто смотреться сейчас. Смотрите, сколько урона приходит всем. Офигеть. Вот это оно, ребят. Круто. Представьте, что будет там, допустим, Фрейя, там, Череп, Тесса. То есть такие герои, у которых еще процентуальное хорошее увеличение, что они будут делать. Реально круто смотрится. А, так, хорошо, тут мы его затестили. Думаю, смысла идти где-то в какие-то там локации другие. Ну, давайте еще арена. И на ЗБ пойдем. Остальное все, думаю, и так будет понятно. Так, окей, давайте берем каких интересных героев, чтобы они не подохли быстро. Правда, у нас тут и топов особо нет. Так, Хрон. Вот такой вот состав. Так, уберем Бигфута нафиг. Так, красный смотритель. Ну, давайте Рину уберем, поставим кого-то зеленого, чтобы у меня вообще смотрителей не было. Вот так вот сделаем. Все, let's go. Давайте так. Так. Посмотрим. Вот смотрите, получается, по всех дорожках сразу же бьют. Офигеть, прикольно. Однозначно прикольно, то есть четырем целям он дает сразу же баф. Класс. Просто класс.
Но единственное, ему надо по ком-то попасть, ударит. Хотелось бы какого-то топа найти. В общем, такой вот герой чисто пвпшный, как по мне. Возможно, он еще на архе будет. Ну, хотя, в принципе, что он там на архе. Подхил будет давать. Посмотрите, как круто это все смотрится. А если под бафами, так это вообще жесть будет. Ну, посмотрите, просто бешено. В такую зону попасть, все, это будет жесть. Полная. О, отлично. Ну, успеешь? Да, вот смотрите. Попали и утащили половину героев. Ну, дальше, конечно, его слили, но все равно. Я своими простыми такими, скажем, не особо там прокачанным. Слили Лазулю, слили Огника. Полненько. Да, здесь он тоже, кстати, заходит. Неплохо. Так, вот сейчас будет, кстати, интересно. Фига себе. Прикольно. Мне понравилось. Конечно, мы их сейчас могут ушатать всех. У меня ребята тоже не промах. Так, окей, поехали еще этого попробуем. Ну, давай, включайся. Не могут по нем попасть. Там подхилы идут. Ну, он хилит, его хилят еще. Посмотрите, сколько от хила идет. Выдержал даже урон такой. Ну, конечно, это не топы, но все равно прикольно. Да, в такую зону попасть, это, конечно, будет обалденно. Так, хорошо, ну поехали, тестим еще одну локацию. Самую интересную, наверное, для этого героя. Сейчас мы соберем тут пачку, не особо топовую. А вот я возьму, допустим, укротителя. Там Рину давайте возьмем. Я не буду тут особо набирать таких героев. Так, кого еще? И давайте деда возьмем. И возьмем его сзади, поставим. То есть это такая тест, это тестово посмотреть, сколько же там будет все-таки урона. Ну, конечно, можно там с пактами подобрать и с прочим, но нам это не интересно. Интересно просто посмотреть на его умение. Работает или нет. Смотрите, что делается. Не успел. Слили его. Хорошо. Так, секунду. Ставим немножко по-другому. Ставим железку, чтобы его вообще не станили. И ангела попробуем. Все-таки PvP локация. Видите, все-таки надо от стана его спасать. Слон это, конечно, круто. Ну, вот такая вот будет сборка. Поехали опять. Как по мне, герой очень будет здесь хорош. Так, давайте его поставим в первый ряд вместо Ника. Вот так вот. Конечно, они не успеют добежать. Блин. Да, видите, он все-таки ударил. Ну, специфический герой. Все равно, смотрите, мы затащили хоть так. То есть надо его ставить сзади, чтобы герои, которые впереди, перед ним были. И тогда он только скилл свой кидал. Потому что, получается, они ультуют, они еще сзади стоят. Сейчас обратно его переставим.
Хорошо, поехали. Вот, смотрите, ударил. Надо, в общем, будет, мне кажется. Вот, смотрите, вообще отлично. Ну, смотрится нормально, тащит. В любом случае, для бездоната такой герой будет очень полезным. Нежданчик. Но на него нужна ремка, чтобы он включался. Неплохо. Единственное, интересно еще, как на отражалку. Получается, они бьют, они получают еще больше отражалки. Тоже как бы нюанс. Он включится, они себя еще быстрее добьют. Не знаю, надо будет это все тестировать, конечно же. Но интересно, интересно. В общем, такой вот герой. Определенно для PvP локаций я бы не сказал, что он там мега имба, но что-то в нем интересное есть, и мы по-любому откроем, скоро его потенциал есть для чего-то. Ну а так вроде пока все, ребят, увидите. Тут не вариант. В общем, вот так вот. Все, пишите комменты, подписывайтесь, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.